Турнир робототехники RoboFest стартовал сегодня в городе над Бугом. В течение 3 дней юные изобретатели 22 учреждений образования области будут соревноваться за право считаться лучшим научно-исследовательским коллективом. Среди участников есть те, для кого опыт изобретательства первый, и те, кто уже давно занимается конструированием и сборкой уникальных в своем роде моделей. Создание катера, небольшого катера с эхолотом, который определяет кривизну дна. То есть катер идет по какой-то водной поверхности и с помощью радиоволн определяет кривизну дна. Я увлекалась с детства математикой, физикой, мне нравилось. А когда узнала об этом и RoboFest, мне понравилось, я решила принять участие. Конструировать ничего не приходилось. Вот это первое, что очень понравилось. Если в следующем году тоже будет, тоже хочу принять участие. Турнир имеет в своей организации и некую профориентационную подоплеку. Попытав свои силы в научном состязании, посмотрев, насколько сложен и в то же время интересен процесс создания технологической новинки, молодой человек может прийти к решению сделать свое увлечение делом всей жизни, то есть своей профессии. А этот конкурс станет первой ступенькой на пути к научному Олимпу. Этот конкурс будет своеобразной стартовой ступенькой для юных наших, для юного поколения, которое стоит перед вопросом выбора будущей профессии. И я думаю, что этот конкурс ему очень-очень поможет. 3 дня юные изобретатели будут соревноваться за право считаться лучшими. Кроме показа самих моделей, в графике огромное количество мероприятий. Поэтому у тех, кто не придумал, чем занять себя в выходные, есть хорошая возможность совместить отдых с пользой, знакомясь с новинками и достижениями молодых ученых.